Мне сказали, что можно все. Первое заявление Наташи Королевой после скандала в Кремле. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта на 9 мая. Сегодня отмененная певица наконец-то появилась на публике. В последние недели супруга Сергея Глушко, также известен как Тарзан, стала фигуранткой сразу нескольких громких скандалов. Наше издание подробно рассказывало про неприятную ситуацию, связанную с трансляцией праздничного концерта на День Победы. Порывай-младшую, настоящая фамилия артистки, пригласили в Кремль, но затем так и не показали по ТВ. Кажется, только сейчас Наташа начинает приходить в себя после случившегося. Сегодня она вышла на сцену в Пятигорске. Исполнительница «Желтых тюльпанов» не скрывала своей радости. Thank you.